Привет! Сегодня рассмотрим восстанавливающий крем для рук, кокос и тимьян от кафе Мими. Продукт из линейки Superfood в баночке из жесткого непрозрачного пластика. Сертифицирован веган-обществом, значок которого должен означать и отсутствие испытаний на животных. Снабжен защитной мембраной под откручивающейся крышкой. Средство на основе масел миндаля, ши, масличной пальмы и кокоса. Содержит глицерин, экстракт чабреца, мочевину, молочную кислоту, парфюмерную композицию и иные ингредиенты. Крем белого цвета, густой, плотный, при этом как бы взбитой консистенции. Продукт легко и равномерно распределялся по коже, не создавал эффекта пленки. Быстро впитывался, не оставляя липкости, лишней жирности и отпечатков на предметах. Увлажнял, смягчал и питал, повышая тонус и эластичность кожи, делая ее нежной на ощупь. И эффект сохранялся в течение дня. Яркий сладкий аромат с примесью свежих травяных и легких ореховых нот улавливался несколько часов после нанесения средства, не пропадая даже после мытья рук. А расход продукта оказался небольшим. Спасибо за внимание и пока-пока!